Во-первых, я был первый, который употребил термин «олигархический переворот», и это было подхвачено потом многими политическими партиями. Так оно и есть. То, что произошло в Украине, другого названия в парламенте несколько дней тому назад, другого названия не имеет, как реставрацию старого олигархического режима практически в полном объеме, когда мы имеем правительство Украины, которое полностью под контролем. Не то, что они манипуляторы, я слышал от ваших там выступающих, от нашего друга Мусе, что премьер манипулятор. Да никакой он не манипулятор. Они все манипулируемы все теми олигархическими кругами, которые их поставили и посадили на свои кресла. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что сейчас у нас не просто политический кризис, который был в 2004-2005 году. В 2004-2005 году политический кризис был на фоне большого экономического подъема. Это все равно разная ситуация была. Я хорошо помню ту ситуацию. Сегодня вот я общался в Одессе с представителями туристической компании, которому мы готовим летний сезон, тоже об этом мы говорили. Но они мне сказали, что у них 2 раза сократились поездки людей, но резко сократились ниши людей, которые ездят в Египет, Таиланд, там Турцию, это средний класс, но вырос сегмент люксового туризма. Я их спросил, как они думают, почему. Они говорят, весь народ обнищал, а коррупция выросла. Коррупционеры ездят в Польшу. И они это могут определить вот по своим вот конкретным транзакциям и операциям. И это реально соответствует тому, что происходит.